Здравствуйте, друзья. Вопросик с утреца зачитываю. Так как за рекомендацию тестировщика, программиста в компанию, рекомендуемый, видимо, рекомендующий, может получить бонус в денежном эквиваленте, если его возьмут, мне непонятно нежелание наших соотечественников откликаться на подобные просьбы, порекомендовать. Натыкаешься на молчание, будто в долг просишь. Как вы думаете, это страх конкуренции, банальная лень? Или человека должны хорошо знать, прежде чем рекомендовать? В чем подвох? Конечно, обычный поиск работы существует. Таки да. Но хотелось бы с подключением всех знакомых, что увеличивает шанс быстрее найти работу. Хотела помочь двум хорошим людям быстрее найти работу через своих знакомых, работающих в IT. Ну да. То есть не за себя даже просишь, а там за того парня. Значит, понятно. Живем в Силиконовой долине. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Значит, что бы я сказал? Значит, первый тезис, который я так рисую у себя в голове, это люди шарахаются от того, что с их точки зрения кажется неадекватным. И, значит, вот это письмо, там много такого с подозрением на некоторую неадекватность. Вот, например, делается утверждение, первая фраза письма говорит: так как за рекомендацию тестировщика-программиста, значит, рекомендующий может получить бонус, да кто вам сказал? Ну, кто вам сказал такое? То есть, безусловно, есть компании, где дают там какую-то небольшую сумму. Это правда, это бывает. Но это, ну, я бы сказал, ну, хорошо, если один из десяти. А то и меньше. Это что ж такое? Значит, это первое. То есть, вы как бы исходите из того, что человек, ему деньги предлагают, а он, значит, отказывается. Нет, абсолютно нет. Это первое. Второе. Сейчас такой рынок, знаете, я бы сказал, хороший, жрущий, можно сказать, рынок. Поэтому, если ко мне подходят, например, и говорят: вот есть там чувак, он там крутой айтишник, 5 лет опыта туда-сюда, вот мы его там сейчас, вот его резюме там. Я думаю, а что не так с айтишником? Ну, то есть, он даже сам не подошел, понимаете, вот, ну как-то... Могли по-другому зайти, могли сказать: вот там хочешь поговорить, может быть, вам нужен человек там. Нет, говорят, вот подходит человек, который не за себя просит, а за кого-то просит. Если этот человек что-то из себя представляет, то почему за него надо просить? Ну правда, ну что ж такое происходит-то? То есть, значит, тут у нас объяснение тут как бы есть в письме. Человек говорит: вот я понимаю, что есть просто поиск работы, но хочется вот чтобы там еще... Почему тебе этого хочется? Но почему тебе этого хочется? Я понять не могу. Есть колоссальный, жрущий рынок работы, на котором для человека, который айтишник, выбор, да просто, я не знаю, но вот черпак сломается. Понимаете? Оттуда вот черпать и черпать с этого котла. Почему надо так как-то странно? Значит, натыкаешься на молчание, будто в долг просишь. Ну, это же и говорит о чем-то. Ну, о чем-то это говорит. Значит, ваше предложение воспринимается неадекватно. Может быть, формат такой? Да. Страх конкуренции. Представляете? Страх конкуренции. Ну, а почему? Почему кто-то... Страх какой конкуренции? От незнакомого человека, за которого просит там непонятно кто. Значит, и мы боимся его, что ли? Банальная лень. Это вы что, вот это вы их подозреваете в этом? Что они конкуренции боятся? Что они банально ленивые? Это все как бы, ну концентрат настоящий. Настоящий концентрат непонимания мира, в котором ты живешь. Абсолютно никто никакой конкуренции не боится. Не то, что сейчас вот там тебя выгнали с работы, и ты там будешь потом 5 лет ходить на пособие. Да нет такого. Чего бояться? Какая конкуренция? Или человека должны хорошо знать, прежде чем рекомендовать. А вы чего себе думали? Вы думали, что можно порекомендовать человека? Он потом
проявится непонятно что, да? Я себя подставляю этим. Если я рекомендую кого-то, с кем потом будут проблемы, значит, я как бы выставляю себя в не очень хорошем свете, совершенно очевидно. Знаете, что я вспомнил? Однажды я заглянул на канал к Оле Брукман. А у нее такая есть манера, знаете, видео называть таким спекулятивным каким-то таким названием, что непременно хочется посмотреть. И вот у нее, значит, видео такое, что «Почему я жадная до мужчин?» О как! Я думаю, Оля такая вроде, семейная женщина такая благопристойная, все такое, до мужчин жадная. Ну, думаю, надо понять. Значит, начинаю смотреть. Выясняется, что женщины, которые хотели бы выйти замуж за американцев, предъявляют Оле, ну, как бы претензию. Они говорят, а почему ты, Оля, не познакомишь нас вот с теми мужчинами, которые есть вокруг тебя? Там же есть мужчины. Чего бы тебе нас не познакомить? И Оля говорит, а я не хочу отвечать за то, что потом произойдет. Я вас не знаю, чего вы там устроите, я не знаю. Как мужик на это посмотрит, я не знаю. Чем это начнется и чем закончится, я не знаю. Почему я должна на себя брать ответственность только потому, что вам этого хочется? А за этим, да, стоит ответственность. Таки да, стоит ответственность. Или нужно знать хорошо, что, прежде чем рекомендовать? Конечно, неплохо. В чем подвох? Значит, дальше вот еще какая вещь. Если компания небольшая, то, конечно, ты рекомендуешь человека, ты должен его знать хорошо. Если компания гигантская, у нас бывает иногда, знаете, кто-то из ребят там где-то работает, и вот ему приглянулась вот эта идея заработать на реферале. Вот они звонят в школу и говорят, дайте кого-то вот там, пришлите резюме, а я его там в систему заведу. Вот, а если его там возьмут, то мне там за это дадут какую-то копеечку. И это бывает, что срабатывает действительно. То есть, если компания большая, ты не рекомендуешь человека там своему менеджеру, а ты рекомендуешь его в некоторую большую базу данных, из которой потом, может быть, его там подгребут и, может быть, даже наймут там или что-то такое. Но в теории, да, да, в теории такое есть. Но, как бы сказать, конечно, если компания, например, человека берет через рекрутера, это довольно приличных денег стоит. Поэтому проще своему сотруднику там 2000 заплатить, чем рекрутеру там потом 25 или 30. Это правда. Но как-то вот немного такого народу, понимаете, который свободным ходит, чтобы его туда завести, и чтобы вот, значит, на этом чего-то заработать. То есть как форма заработка не срабатывает. Хотя так, как вот такой бонус, вроде неплохо. Я помню, когда Светлана моя работала в Майкрософте, там не было такого бонуса. Она постоянно кого-то приводила, и ей не давали бонусов никаких. Она как-то спросила там, не помню, то ли в кадрах, то ли где там. Она говорит, а вообще у нас в компании бонусов нет за привод сотрудников. А ей сказали, у нас в компании такая политика, что если ты кого-то привел, то это ты ему одолжение сделал, не Майкрософту, а человеку, которого ты привел в Майкрософт. Поэтому за что ж тут деньги-то? Вот такая была логика. Я не знаю, как сейчас, потому что это было давно, там лет, не знаю, ну не 20, но близко к тому назад. Вот, поэтому, возвращаясь к девушке, которая вопрос задает, не нужно быть претензией к людям, которые не соответствуют вашим представлениям о чем-то. А может быть, видя, что что-то такое не то, да, вот как будто ты у них взаймы просишь, задуматься об адекватности того, что происходит. Понимаете? Может, я что не так? И серьезно, я так вот без, там, без претензий, без ничего, но я хочу сказать, что все это письмо просто в каждой фразе по большому вопросу у меня возникает. Что такое? Откуда у человека в голове столько всего? Это нереального мира документ. Какой-то он такой весь, вот как будто человек где-то живет в каком-то космосе, и он приземлился в Кремниевой долине и говорит, а вот будем жить по законам космоса. А здесь нет такого, здесь как-то другой какой-то мир, вот так все происходит. Так что не надо им помогать.
вот этим людям, которые айтишники, у которых все хорошо, которые могут пойти на джоб-маркет, которые могут найти там рыночную цену, понимаете, рыночную. Если это люди, которые никогда в Америке вообще не работали, там как бы одни вопросы. Если это люди, которые в Америке работали, и уже у них опыт есть, уже у них вот то, что вот этот American experience, да вы чего им помогать-то, господи? Это они сейчас всем помочь должны. Это они сейчас вышли там на очередную стартовую площадку, с которой как рванут сейчас, да как получат там на 20 тысяч больше. И так далее. И чего им помогать? Ну, у них все хорошо. Или они просили, чтобы им помогли, понимаете? Если человек айтишник, который типа опытный, типа он крутой, и все-то он знает, и не страшно такого кому-то порекомендовать, там, добрым именем рискуя, значит, а почему он у тебя просит помощь? Если он у тебя не просит помощи, так чего ж ты лезешь? Не надо помогать человеку, который помощи не просил. Это путь вообще в никуда. А если он помощь просит, так может быть он не такой крутой. Ну я не знаю, но тут очень много таких нелогичных вещей до кучи собралось. Вот, так что вы меня не обижайтесь, а я как бы заостряю вот на каких-то вещах, чтобы в следующий раз вы бы не попали вот в такую же ситуацию неудобную. Вот только и всего. Вот. Так что желание помочь — очень хорошее желание. Я, господи боже мой, слава богу, что есть еще люди, которым хочется помочь кому-то. Вот. Но объект помощи, он как бы должен реально в чем нуждаться в этой помощи. Если такой реальной нужды нет, дай ему бог здоровья, ну, не надо приставать. Он же потом еще скажет, что вы ему там надоели, достали, что и так далее. И очень много же есть конфликтов, когда человек помогает, когда его не просят, а ему потом еще и достается за это. Поэтому я не знаю обстоятельств тонких, но вот как-то вот так на этом уровне. Счастливо, ребят!